В полевом сезоне 2022 года Республиканским музеем-заповедником Бутай продолжаются археологические раскопки поселения Красный Яр. Параллельно также ведутся раскопки на поселении Бутай. Хочу отметить, что поселение Красный Яр было обнаружено в 80-х годах 20 века. На момент обнаружения были проведены реконструкционные работы, разведочные работы. И после этого только лишь в 2000-х годах совместная казахстанско-американская археологическая экспедиция проводила здесь археологические работы. Уже обнаружено порядка 4000 экспонатов. Среди них наиболее уникальных, это порядка 10 экспонатов, наиболее уникальный и обнаружен, ранее не обнаруженный костяной нож с ярко выраженным ребром жесткости и кровотоком. Встречается у нас очень много артефактов, именно сделанных из кремней, наконечники дротика, наконечники стрел, да. Конечно, их количество намного больше, мы здесь поставили именно то, что показательное, которое используется для охоты, таких вещей. То есть встречаются здесь у нас скребки, скребла, которые для обработки шкур. Для деревообрабатывания у нас, вот видите, найден топор каменный. Здесь встречаются изделия из костей, то есть мы видим здесь в данный момент гарпун, который используется для рыболовства, гребенчатые штампы для изделия керамических посуд, то есть для орнаментирования, которые использовались. Здесь мы видим орнаментированную фаланги с насечками, то есть для ритуальных целей, для мировоззрения здесь мы можем увидеть у бутайцев. Во-первых, мне стало интересно, как и что это все происходит. А во-вторых, мне самому вот нравится таким заниматься. И вот мне позвонили, сказали, хочешь ли ты поучаствовать в этом. Я согласился. Вот недавно нашли наконечники дротиков, потом стрел, потом нож нашли. В этом году мы заложили 160 квадратных метров раскопа Красный Яр 2022. В этом году исследуем два жилища. На сегодняшний день одно жилище, северное жилище, у нас мы отпустились до 70 сантиметров глубины, южное жилище до 60 сантиметров глубины. Вообще изначально, когда забивались эти жилища, думали, что это сдвоенное жилище. Но на сегодняшний день, как мы дошли до этого глубины, то по стратиграфии, по планиграфии прослеживается то, что это два разных жилища, просто соседи. Кстати, B1 у нас хозяйственная яма, либо просто яма, потому что здесь, в этой яме, по стратиграфии прослеживается прокал, может быть, даже и хранилище мяса. Раньше, когда хранили мясо, его сначала закапывали, потом закапывали, сжгли над ним костер для того, чтобы земли высосать весь кислород. И мясо хранилось в идеальном состоянии. В последующем мы планируем здесь, на поселении Красный Яр, создать археолого-этнографический парк, музей под открытым небом. То есть здесь планируем воссоздать в натуральную величину бутайские жилища, межжилищное пространство, загоны, то есть чтобы посетители, приезжающие, туристы, археологи, исследователи, школьники, студенты могли приезжать и вживую видеть сами поселения, воссозданные, и вживую в оригинале.